Мы не повезем его в больницу. Но тогда он умрет. Это печально, но кому-то везет, а кому-то нет. Ты какого хрена меня лапаешь? Совсем сдурел? Я тебе мозги вышибу. Хочешь меня прикончить, говнюк? Давай, стреляй. Заткнись, Белый. Ты сам сделал так, что у нас нет другого выхода. Ты повел себя совсем не как профессионал. Они возьмут его. Потом тебя. А потом доберутся и до меня. А я при чем? Я, что ли, виноват? Я ему не представлялся. Не говорил, откуда я родом. Ты мне чуть не назвал свое имя. Если он умрет, ты сам будешь виноват. Ищешь виноватого. Посмотри в зеркало. Что-то вы заигрались, ребятки. Так и ушибиться можно. Мистер Блондин.